лидеру радикальной организации «Правый сектор» новую работу. Дмитрию Ярошу поступило предложение от президента занять должность в Министерстве обороны, которая помогала бы курировать такое. Я бы приветствовал, если бы Дмитрий Ярош пришел бы на работу на государственную службу. И скажу, я откровенно вижу, что ему скучно в Верховной Раде. Плюс он сейчас ранен тяжело на бою. И я хочу сказать, что я бы с удовольствием помог бы вместе с Дмитрием Ярошем создать добровольческий союз обороны Украины по примеру эстонской, финской, швейцарской системы. Сейчас лидер националистов – депутат украинского парламента. При этом народный избранник принимает непосредственное участие в боях на востоке страны. В январе Ярош получил там ранение. В России на него заведено несколько уголовных дел. А сам «Правый сектор» признан экстремистской организацией. Шансы России.